Друзья, перед вами очередная клетка деревянная, выполнена все из дерева, ручная работа, канарейки. В таких клетках чувствуют себя комфортно. И клетка очень красиво смотрится у вас дома, радует своим внешним видом, и, соответственно, птичка там живет в наилучших условиях. Клетка оборудована поилкой, кормушка вот там посредине, помет в кормушку не летит, вот сейчас видно хорошо. На задней стенке прикреплена кормушка. Также есть поддон для удобства, чтобы следить за чистотой. И вот такие вот самочки-канарейки. Клетки отправляются почтой России. Надежно, качественно, аккуратно почта довозит. Почта довозит аккуратно и надежно. Данная клетка едет у нас. Расстояние немалое, так что вот, пожалуйста, у кого есть сомнения, есть вопросы, как довозят, аккуратно или неаккуратно. Довозят аккуратно, потому как специальная доставка, это не то, что мешок картошки транспортировать, а здесь как хрупкая клетка, габаритная, все это нормально довозится. У кого есть желание, и можете обратиться по номеру телефона 8-928-231-6107. Изготовление клеток занимает время. Так что, если вам нужна клетку в ближайшее время, вы можете заказать это заранее, потому как придется подождать. Там кто-то на середину февраля, кто-то на середину марта успеет. В общем, как закажете, там по времени сориентирую. Но, в общем, имейте в виду, что это не одного дня работа. Вот такие канарейки. Вот так смотрится клетка. Кстати, надо еще сказать, что жердочки в канарейке, то есть жердочки в клетке сделаны из натурального дерева с натуральной корой. То есть, как естественно, как птицы в природе сидят на таких жердочках. И обратите внимание, жердочки разного диаметра. Видите, здесь потоньше, здесь потолще, вниз поставил еще тоньше, чтобы у канарейки, или у вас будет амадины, возможно, попугай, чтобы работали суставы. Вот, друзья, такая клеточка. Поехала в Сахалин. Всего всем хорошего. Подписывайтесь на канал. Рекомендуйте видео друзьям, товарищам, знакомым. Всем пока!